Янтру показывал, и на этой янтре человек в разных цветах. И вот таким образом происходит проявление в человеке божественной энергии, которая, кстати, может иметь цвет и золотой, и белый, и черный, и какой угодно. Почему? Он есть и альфа, и омега. И когда говорят, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, то это говорят не от того, что свет и тьма. Это не говорят от того, что свет и тьма. Это говорят о реакции человека, как он должен реагировать на, по отношению к Богу, по отношению к своим родителям, по отношению к своей жене. Он должен реагировать по принципу света. Какого света? Свет – это обычно возрождение, когда свет начинает расти, там, растения, свет питает людей теплом и так далее. И человек, свет проявляя, он проявляет свою доброту, проявляет свою заботу, проявляет точно так же и к Богу. И Бог тоже проявляет такую доброту и так далее. То есть это чисто человеческое восприятие, а такое более глобальное, эзотерическое, оно чуть-чуть отличается от общего принятого человеческого.